Хочу рассказать вам про серьги-кисти. Сейчас очень модные, и модными они стали уже давно. И я так прогнозирую, что останутся на пике популярности. Вот видите, у меня лежали в коробочке, и сейчас немножко нитки, вот так вот они не гладко лежат. А это не страшно. Обычно все спрашивают, что же делать, они мнутся. Они сами прекрасно отвисают, ну, им надо просто много повисеть, и они примут свою форму. Если вам нужно побыстрее, чтобы они стали ровными, вы можете немного подержать их над паром. И тогда они, ну или отпариватель, у кого есть, они тогда быстро принимают исходную свою задуманную форму. Серьги-кисти обычно тяжелые, поэтому носить их долго не рекомендуется. Они впитывают очень хорошо запахи, поэтому если вы пользуетесь духами, то серьги-кисти, они здорово эти духи будут аккумулировать на себе, способствовать тому, чтобы аромат долго держался, и, в общем, они сами будут долго пахнуть. И небольшой теперь такой, как это сказать, раскрытие секрета. Обычно все называют их шелковые кисти. Они на самом деле не из шелка, а из вискозы. И на самом деле это вискозные кисти. Шелк обычно очень махрится на концах и так хорошо не выглядит. Шелку вискозное волокно ни в чем не уступает и даже удобнее в этом плане. Так особое скручивание нити позволяет им оставаться ровными и красивыми. Вот. Ну и что? Это самый классный аксессуар для вечеринки, какой-то летней вечеринки, для подружек невесты, для выпускного и для, ну, какого-то яркого такого события. Поэтому вот это все, что я хотела вам рассказать про серьги-кисти. Здесь ювелирная фурнитура и черный жемчуг, ну, такой фиолетовый, и, собственно, вискозные кисти. Крытие серебром 925-й пробы и сверхбородирование. Корейская ювелирная фурнитура класса люкс. Ну, кто в теме, тот уже знает, что она такая действительно качественная, хорошая. Вот так, друзья.